Наш конкурс-фестиваль, к сожалению, подошел к своему концу. Почему к сожалению? Потому что мы все получили огромный позитив, огромную подзарядку от наших дорогих детей, в которых столько любви, столько труда и столько терпения вложили их
родители прежде всего, преподаватели, низкий вам поклон за вашу работу. Мы всех детей обожаем. И каждый ребенок подарил нам столько счастья. Спасибо вам большое. Результаты нашего конкурса вы, конечно, узнаете попозже от своих координаторов, потому что мы должны вас немного потомить и должны посовещаться со всеми и принять более-менее правильное решение. Хотя я думаю, что невозможно вот этому празднику, который вы устроили, дать первое место или второе. Вы все получили гран-при в моем сердце. Я вас благодарю. Увидимся обязательно вечером. Ну, собственно, мне добавить нечего. Фаня уже все сказала. Я хочу поблагодарить за то, что меня пригласили, за то, что я мог участвовать в этом мероприятии. Я получил массу удовольствия. Я просто в шоке. Я удивлен, насколько много талантливых детей, ребят, молодых людей приехали. Сколько у них амбиций. У них глаза горят. Они заполонили эту сцену. Очень приятно это смотреть, очень молодцы. Вы в моих глазах все победители. Я не знаю, я не хочу даже смотреть, что я там написал, какие оценки. Это очень сложно будет потом, в конце концов, выявить победителя. Слава Богу, мне не нужно будет преподносить результат. Вот. И огромное спасибо вам, молодцы. Надеюсь, этот праздник еще раз состоится. Всего доброго. Бych jenom на českým jazyce chtěl říct, že jsme opravdu rádi tady v Praze, že jste všichni přijeli, že jste se sem dostali vlastně těma autobusama takovou dlouhou cestu, že jste tady. Česky mi tady rozumí málo kdo, je tady zástupce, který mluví česky, zvukař taky mi rozumí. No já mohu rozgovárovat i na ruském jazyce, вот, jestli vám bylo všechno понятно. Вот, все было уже сказано, мы будем стараться, чтобы все было справедливо. Спасибо и до скорого вам с нами. До скорой встречи. Спасибо.